Обожаю производителей дорогих велосипедов, потому что они нам работу дают. Смотрите, рама вот такая мощнявая, прям толстая-толстая рама. Огромный идет конусный стакан, все как надо. У нас идет конусная вилка, и, конечно, все это на шариках. И все это как бы убивается достаточно быстро. Вот тут видно, уже дорожка накатана и бликует, к сожалению, вот это вот место, вон там видно точечки. Вот это вот все влияет, конечно, на качество и удовольствие от катания. Но пока мы просто сейчас это все отмоем, переберем. И еще полсезона или сезон клиент откатает, и потом только уже будем все это дело менять. И вот такая смазка, вся грязная. Пыльники, к сожалению, не держат. То есть могли бы поставить на промах рулевую сразу в такой дорогой велосипед. Чтобы вилочка не убежала, вот так вот аккуратненько расправляем гидролинии и пристегиваем вилочку на веревочку и на карабинчик вместе с рулем к нашему стенду. Соответственно, и работать можно удобно, и вилка никуда не упадет, и держать ее не надо, и тормоз откручивать не надо. И вот это все никуда ничего не оторвется. Так вот выглядит верхняя чашка. Здесь уже вот в одном месте тоже есть небольшие такие забоинки. Но в целом еще как раз вот осень-зиму эта рулевая отходит. Так, а вот снизу, сейчас я попробую посветить. Такой же износ тоже вот тут видно, вот тут вот какая-то точечка есть. Ну, в общем, короче, в следующем году менять.